Мы с моим любимым псом Джесси просто обожаем прыжки с парашютом. Мама. Он не боится высоты 2-3, а иногда даже 5000 метров. Мама. Он уже прыгал 10 раз и уже готов к новым вершинам. Мама. Вот скоро мы попробуем прыгать уже без парашюта. Мама. И без меня. Мама. О боже, какой мужчина! Да стой. Где мои губы? Где, я спрашиваю, мои губы? Я изначально был против этой операции! Где мои губы? Собирайся, прямо сейчас едем на дачу. Как? На дачу? Прямо сейчас едем. Так, все, я готов, я почти все, мне сейчас только вещи. Так, стоп, а ты не обманываешь? Да нет, не обманываю. Ну тогда все, сейчас я сумку соберу, только мне 2 секунды, мне... Так, где тапки мои? А, слушай, а кто еще едет? А? Антон едет? Витька? Сашка? А? Маринка? Петр Сергеевич? Катаняны? Антон? Все едут, да, вообще все едут. И даже Виктор Степанович едет. Виктор Степанович, мне надо же быстрее коньяку купить. Как же, Виктор Степанович, ты без коньяку? Так, я за коньяком побежал. Куда я побежал? Мне ж не продадут. Так, все, сейчас собираюсь, едем. Так. А что там делать будем? А хотя что, какая мне разница, на дачу ж едем. А мяч можно взять? Да можно. Ага. А 2 можно? Да можно, бери. Ага, а 3, а 4, а 5, а зеленый? Можно, ага. Слушай, я не поеду.